Менее чем через сутки после объявления о перемирии в Донбассе начались новые бои. Восточные районы Луганска обстреляны из систем залпового огня, сообщает Луганск-информцентр со ссылкой на МЧС, самопровозглашенный ЛНР. В городе нарушено электроснабжение, не работает телефонная связь. Очевидцы сообщают о пожарах в жилых домах и фабричных зданиях. Информации о пострадавших пока никакой нет. Весь четверг шли ожесточенные бои под Дебальцево. В середине дня командир добровольческого батальона Донбасса, депутат Рады Семен Семенченко, сообщил, что украинские силовики взяли поселок Логвиново, блокирующий трассу на Дебальцево. Однако вечером он признал, что после контрудара ополчения украинская армия оставила город. Заместитель начальника штаба самопровозглашенный ДНР Эдуард Басурин заявил, что за сутки в дебальцевском котле погибли более 120 украинских военных. Басурин предложил окруженной группировке сложить оружие, и в этом случае он обещал отпустить украинских солдат домой.